Да, Вивен, ты там все. Видос снимешь на фоне да. чего. Короче, мы у нас завтрак. Завтрак. Тут тепло. А вот фон. Красиво. Сейчас пойдем гулять на Плицкие озера. Уже чуть-чуть потеплело, но все равно свежо и прохладно. Так что вот смотрите, сколько тут домиков разных. Да, и нас повезут на машине. Хозяин отвезет и потом привезет. Подожди, тотик. То све катане, то све так остане, ништа се не миче. О, подснежники везде. Подожди, дочь. Что? Успокоилась, дочь. Вот я пошта, ту я рад. Класс. То есть улаз 2, но то сад не ради, не еще сезон. Сезон то. Ну, пешочком мы будем. Парковка. Мы приехали, короче, и тут небольшая гужвочка. Добро, мы вас позвали. Хвала. Круто, очень. Короче, нас хозяин отеля привез. И это, да, мы бы сюда шли нормально пешочком. Ну, хотя тут паркинг. Километров 5, наверное. Да, ну есть паркинг, что, просто неизвестно, сколько миллионов он стоит. А так, вон национальный парк, пойду сниму. А ну-ка, дай я пойду сниму парк. Что? И, короче, мы сейчас вот здесь будем гулять. Вот тут. Мы будем гулять. Вот у нас есть озера. Да. Вон они какие здоровые, видите? И мы сегодня за день их будем проходить. В общем, зашли мы на Плитвицкие озера, национальный парк. И, короче, тут очень классно. Очень классно, я вам сейчас покажу. Сейчас, секунду. Вивен еще жалко, ничего не понимает. Но просто посмотрите. Та-дам! Та-дам-та-дам! Вон, посмотрите. И мы там будем гулять, смотрите, вон. Мы туда сейчас пойдем. Посмотрите на эту красоту. Это просто очуметь. Как круто. Мы сейчас там гулять будем. Вот туда мы пойдем. Это просто мега. И погодка сегодня очень крутая, на самом деле. Веу, веу. Классно, да, Вивен? Вход 55 кун, и 55 кун это где-то, короче, 7 евро, наверное, с человек на один день. На 2 дня стоит 90 кун, но в сезон будет стоить 180, это 7-8 месяц, и очереди по 2,5, по 3 часа просто, чтобы билетик купить. А сейчас, вон, смотрите, где мы идем. Мы просто идем, а тут такие красивые водопадики, вон гляньте, просто посмотрите на это. Ой, даже не передать, ребят, даже не передать. Еще одна смотровая прикольная. Блин, как же круто, да? Они все время текут, наверное, да? Одно, наверное, когда тут все зеленое, в другой цвет все. Смотрите, как чисто. А прикинь, там глубоко же. Сделан такой крутой мостик. Здесь каскадики. Ой, как классно, ребят. Так классно. Это просто, вы посмотрите, какая она прозрачная. Просто, вон, гляньте. Какая же она прозрачная. Смотрите, где мы идем. Блин, прикиньте, это все под нами, ребят. Блин, ну это классно. Это очень классно. Мы сейчас пойдем туда. Ой,
Ути. Уточки. Вивен, кря-кря, смотри. We don't have it. That's why they are here. Oh, yes. Они хотят кушать? Yes. А что есть? Нету ничего. Покормить уточек яйцами или курицей. Блин, как же круто. Очень круто, ребята. Вон рыбки плавают, форельки. Смотри, карасики. Форелька плавает, горная. Да, ребята, это просто очуметь. Мы сейчас идем к тому, к самому большому, вот этому водопаду на входе идем. Наверное, ветерочек вам дует. Но тут ветрено чуть-чуть. Вот, посмотрите, посмотрите, как тут все сделано. О, ребята, ребята. Я не знаю, как это передать. Ребят, я не знаю, как это все так вот природа делает. Это просто, вон, посмотрите, это жесть. Посмотрите, оно прямо из нас вытекает, ребят, из нас и туда, вон, смотрите. Я боюсь даже от восторга камеру уронить. Ой, ребята, хочется просто разныться хочется. Посмотрите на это. Это просто... Блин, ребят, я не знаю, как это... Чаечка бы, да? Посмотрите на это, это... Паром чуть-чуть на самом деле тут обдувает от этого. Они бьют, и тут просто пар такой. Гляньте, гляньте, гляньте. Плавает, и вон уточка плывет красивая. Смотрите, это так сколько плавает. Вообще, видос будет длинный, ребят. Видос будет опять длинный, потому что, ну, это нереально. Посмотрите. Ой, аккуратно дерево. Да, вот цветы растут. Дерево, Вивьен. Очень круто. Очень-очень-очень аж пищать хочется. Посмотрите, сколько этих каскадиков. Очуметь просто. Посмотрите, посмотрите. Короче, Хорватия купила опять. В общем, мы идем в пещерку. Там есть пещера. И мы идем туда. Мы идем туда наверх, кстати. Смотрите, вон. Прикиньте. И смотрите, сколько рыбы. Рыбы куча. Вот оттуда мы поднялись.
мы поднялись на какую-то смотровую, очень жесткую. С точки зрения подъема здесь. О, ну тут офигеть видос. Здесь это офигеть какой видос, ребят. О, мы вот там поднялись. Вот там, оттуда мы снизу доперли, блин. Ивенты тяжелые. Мы прошли, да? Да, прикинь. Смотрите, откуда мы поднялись. Букашки на этом месте. Вообще, вон, стоит. А вода, смотри, какого цвета. Вообще. Зона за зоной открываются шикарные виды. И вот ты гуляешь так среди речечек и вообще ни на секунду не задумываешься о работе. О, как бы мы сюда еще раз не приехали. Я такой, что либо еще раз приехал. 10 метров глубина этого следующего озера. 9 гектар. И... ой, ну ребята, ну как тут красиво, блин, ну просто нереально. Блин, вообще. Просто... посмотри, с этой стороны их видно всех. О, хера себе! Вон, смотрите, какие штучки. Какие штучки тут плавают. Смотри, какое там дерево. Да, глубоко тут. Да я посмотрю в очко. Кстати, в очках очень. Самая крутая чайная церемония. Мы сейчас вот тут вот будем пить чаечек. Вкусняшечки. Кушай, кушай, да. Круто. Дотя, у тебя и... давай, раз, два, три. Быть. Давай, как ты падаешь? Кто штаны твои будет? Давай, как ты делаешь? Бац. Очередь на кораблик, и мы сейчас пойдем стоять в очереди на кораблик туда вот и будем ехать по этому озеру, а потом будем ехать на автобусике, а потом еще часик пешком. Вот, смотрите, мы сейчас вот тут вот будем ехать, вот сюда приедем, а отсюда поедем на автобусе туда и потом пойдем пешочком. Да, стоим мы уже полчаса в очереди. Были шестые, но почему-то тут что-то произошло. А там сзади вообще нормально. Людишки. Еще больше, да. Там даже не протулиться уже сзади. Да, так. На. Вот, сели в кораблик с краешку. Едем мимо классных мест, смотрите. Красиво, смотрите. А мы едем вот туда. Вот. Та закрытая. Вот такой вот автобусик тут ездит. Трехприцепный мерседесик. И мы едем по лесу национального парка. Можно было бы пешком, конечно, вон люди пешочком ходят. О, там какие видики сверху. Ну и высоко на самом деле. И вот мы едем. Как она? Да, может быть. О, мы сейчас наверху будем ехать. И вот теперь мы будем спускаться. Мы будем спускаться. Вот эту такую штучку сделаем. Мы высоко, смотрите. Там вот мы ходили внизу, а сейчас мы идем сверху. И классно. Правда, ничего не видно. Вот тут на самом деле осенью хоть что-то видно. Ну и сейчас весной. А, наверное, когда все расцветет, вообще ничего не видно, потому что это все будет деревья. Ну, а так нас сейчас заберет наш хозяин апартамент, и мы поедем дальше.